проект «Другой разговор» это не про, скажем, да, там, чтение книг, а про самореализацию, про то, что как можно из книг извлекать самое полезное и извлекать не только полезное, но и не полезное, и отрекаться от этих, да, моментов. То есть мы, да, тоже если разобрали там сказки какие-то, да, люди немножко даже поняли себя в этой сказке. Книги можно читать про себя. В книге можно узнать себя. Несколько книг, которые мы презентуем в первых там встречах, да, там первый, второй, третий, четвертый месяц, это книги, которые дают именно начало. То есть западная цивилизация, которая создала список из 102, там, скажем, великих идей, которые передаются через первые вот эти 4 книги, мы их создали. Тем, что я занимаюсь, она не дает мне, скажем, да, там, тревоги. Я занимаюсь общественным питанием, то есть ресторанное дело. И не только, скажем, да, там, в предпринимательстве быть успешно, идти успешно в этом, да, по этой дороге, но и извлекать те смыслы, которые были идеями, великими идеями ранее. Потому что мы немного даже, ну, скажем, с истории отрекаемся, немного от книг отрекаемся. Есть та система ценностей, которую люди забывают. Знаковой системы даже нету. То есть бескультурная, беззнаковая система идет сейчас такая, скажем, да, там. Хотелось бы поднять культуру чтения, хотелось бы поднять знаковую систему, чтобы люди понимали, о чем вообще идет в этой книге, в другой книге, и как это сопоставлять в своей жизни и улучшать жизнь. Здравствуйте, меня зовут Меджилхан Абдулат. Цель моего визита на другой разговор, то есть это увидеть грани саморазвития. То есть это мой знакомый человек, который имеет достаточно много опыта. И опять же, все мы любим читать книги. И хотелось бы узнать, да, что я делаю не так при прочтении этих книг. Да? То есть теперь мы будем знать, что в каждом предложении есть какой-то скрытый посыл, который мы раньше не замечали. Впечатления от первого процесса мне очень сильно понравились. То есть это и поговорить, и посмеяться, и по делу конкретно расставить цели, например. Да? И теперь мы будем знать, куда идти и где развиваться дальше. Мы читаем как-то, да, вот, фильм смотрим, мы думаем, идем, да, вот с сюжетом. Сейчас вот так, вот это получится, вот это случится, да, там. Это же воображение наше. Мы тренируем наше воображение, на самом деле, читаем. Учимся придумать что-то новое. Второе, опять же, законы, которые мы применяем во всех своих сферах. И об этом немножко тоже остановились. Которое дело во мне, да, кто некоторые там слышали такой закон. Меня зовут Марианна, я предприниматель. Пришла на этот проект, ну, для саморазвития, чтобы, ну, то есть мне это, наверное, пригодится в будущем. В своих каких-то личных делах, также в предпринимательстве. Ну и просто интересно развиваться.